Друзья, ну вот мы снова встретились. Речь о платежных стикерах. С недавних времен, конца декабря прошлого года, они стали нынче в моде. Банки стали заикаться. Там Сбер заявил, что тестирует данные платежные стикеры. ВТБ, различные системы оплаты. На NFC метках тестирует. Да что там говорить? Еще в том году Wylsacom, помните, вот это колечко засунул себе на пальчик. Колечко на пальчик. И там всем его толкают, типа, покупайте, можно приложил и оплатил. Моя прелесть. Ну и ладно. А в реальных условиях первым, кто запустил данные платежные стикеры, является Тинькофф. Ну и у меня она появилась. Вот я получил, смотрите, конвертик. Хотя, как я получал этот конверт, подписывал договор, это просто звездец какой-то. Они там мне сказали, вы не там подписали и так далее, но это отдельная тема для разговора, не буду вас грузить грустным. Так вот, получил я этот стикер в конвертике, вот его открыл, там подписал договор. Я еще не тестил, не проверял. Вместе с вами хочу поделиться реальным опытом. Что у нас в конвертике тут находится? Давайте смотреть. И это наклеечки дополнительные, на которые мы будем клеить стикер. Как пользоваться платежным стикером? Вы что, читаете романы? Ну, это QR-код на сайт, наклейки стикер внизу на обратной стороне iPhone. Вот показано сюда, туда, вот сюда нельзя к камере клеить, иначе wallet надо удалять, иначе NFC от iPhone будет мешать. Если используете MagSafe и наклеите стикер по центру, ну, вот тут, знаете, все очень дискуссионная инструкция. Несите стикер кверху экрана, терминала, там, бла-бла-бла. Не волнуйтесь, если на айфоне включится Apple Pay. Да не надо нам включаться. Вообще, бьюсь об заклад, скоро выпустят там брелки, что только не выпустят. Но у меня весь сырбор в другом. Именно в том, что вот он, MagSafe, я его же, как и говорил неоднократно, wallet case ношу исключительно ради Apple Pay в первую очередь. Тут карточки. Так вот, смысл в чем? Давайте тогда сейчас все протестим, проверим и наклеим. Вот, такая инструкция. Особой информации никакой. Ну, то есть, не клейте сюда, не клейте туда. Не читал, не читаю и не собираюсь читать. Я вообще не читаю билетристику. Большая проблема с MagSafe, действительно. Ваша дополнительная карта. Так вот, где она? Вот она. Смотрите, какая мелкая. Сейчас давайте ее клеим. Вот такая она. Мы сейчас ее из пластика вынем тут. Надо отломить. Видите, здесь клеющая лента. Тут номер карты. К самому этого стикера нет. Ну, давайте оторвем. Тяжело идет. Да не, ничего. Вот, нормально. Смотрите, такая маленькая карточка. Платежный стикер. Так вот выглядит. Что, wallet отсоединяем? И давайте приклеим. Ну, согласно инструкции, смотрите, если сюда клеить, то будет шляп. Да он и не помещается. У меня же iPhone 14 Pro, это тем повезло, у кого 14 Pro Max, то да. Куда? Сюда, здесь MagSafe. Ай-яй-яй, нельзя. Не пойдет такая история. Ну, получается, как по инструкции, вот здесь снизу надо клеить. Ну, какой-то стикер по-моему облезлый. Ну, такой. Ну, давайте попробуем. А что делать? А, ну, сейчас еще протестим. Смотрите, а с 13 никак. Тут же вообще пипец, места нету. Смотрите, хоп. А, кстати, знаете, ничего здесь будет, если его так прилепить. Сюда прилепить? Даже не знаю, друзья. Ну, в качестве эксперимента надо потестить, посмотреть. А смотрите, если мы его вот так положим и возьмем MagSafe зарядку. Присосется? Ну да, не мешает. Единственное, видите, я не знаю, видно вам щель какая? Ну, пипец, щель. А я ж за эстетику. Да. Красота – это страшная сила. Ну, типа тут зарядочка пошла, все дела. Ну, даже не знаю, может быть, этот оставить сюда? А с этим таскаться, в конце концов, я же батарею не постоянно присасываю. Вот он сюда присосался. Ну, давайте тогда сюда приклеим. Я по-колхозному, да, вот так сейчас потрём, чтобы чистенько было. Не буду я на тот клеить, не хочу. Буду тестить на этом, на 13 мини, дабы нефиг. Так, отдираем этот стикер. Как он отдирается? Чё-то плохо. А, не, о, смотрите, нормально он отдирается, это я лох. Так, смотрите.
О, смотри, там как симка прям такая. Ну, клево, чё. Давайте приклеим. Надо, чтобы ровненько так. Ну что, вот так приклеим и посмотрим. Ну, пусть вот так будет висеть. Блин, ну вообще колхоз, если честно. Apple Pay не заменят. Такой колхоз. Ну, вот так ходим. Алло, алло, да. То есть, ну, вот так. И смотрите, вот этот. Держится, не оторвешь, смотрите. То есть держится, зарядка идет, все клево, по красоте. Ну что, пойду его потыщу в реальных условиях, а потом вернусь к вам и расскажу, что да как, оно того стоит или не очень. Окей? Давайте, друзья. Раз. Не получилось. Два. Не получилось. Волит, постоянно срабатывает. Ура, с третьего раза. Оплата прошла. Ну что, друзья, вернулся. Ощущения, крайне скажу, неоднозначные. Вот за счет вот этого приклеенного трения, ну, тактильное ощущение не очень. Вот как-то она, ну, колхоз. Плюс грязь постоянно забивается между телефоном и стикером. Вот, посмотрите. Короче. Колхоз. Мне мой MagSafe гораздо ближе. Это 100%. Вот. Сказать, что я буду ей пользоваться, ну, не знаю. Пока вот оставлю приклеенную на второй свой iPhone. Но в будущем я больше склонен к тому, что скорее я ее отклею. Можно как брелок какой-то приклеить. Ну, не, шляпа, шляпа. Мне как-то вот мое субъективное мнение вообще не айс. Что это? С таким же успехом можно было взять обычную пластиковую карту, на двухсторонний скотч приклеить и ходить. Алло, оплатите, тинь-тинь, оплатил. Тем более, вообще политика банков, стоит она 700 рублей. Для владельцев премиум и привейт Тинькофф она бесплатная. Там у Сбербанка тоже там первым, кто заказал, бесплатно. Но сейчас на сайте написано, что этих стикеров нету нифига, их уже все размели. Ну, типа новинка, там все дела. Не знаю, ощущения очень двоякие, еще раз повторюсь. Ну, такое себе. Но вы, мои дорогие друзья, кто смотрит канал, подписчики и так далее, должны быть в курсе последних технологий и веяний. Так что NFC-метка вот такая имеет место быть. С другой стороны, там у МТС она все-таки есть, там как кошелек, можно через приложение привязывать одну карту МИР, другую карту МИР, но я не доверяю здесь МТСу. От слова совсем. Ну, МТС-банк такое себе. Хотя опять все субъективно. И это лично мое мнение. А вам, друзья, я считаю, стоит подумать хорошо, где лучше хранить ваши деньги. На карте или наличкой под подушкой. Чем оплачивать? Пластиковой картой или вот такой хренью, NFC-метка, которая называется. Короче, удобных вам платежей. Ну и самое главное, чтобы денег было побольше у вас на карте. И не только. С вами Кирилл. До скорых встреч.